Вечеринка у деда на хате, ты погляди. Не, ну ты посмотри, на столике там стоят. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Ля, дедушка, смотри, какой лук. Сработало. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И мы с тобой продолжаем играть в Cuphead. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. А также залетай в Телеграм. Ссылочка будет в описании. Это очень-очень важно. В общем, дружище, мы с тобой продолжаем играть. И сегодня будет очень топовый ролик. По названию вы, наверное, уже поняли, что будет. Но вот я сам еще даже не понял, каких боссов мы будем объединять. Ребят, в комментариях напишите, каких боссов можно объединить. Вот серьезно, каких бы вы хотели увидеть объединенных боссов? Да, да, тут можно спокойненько Солонкина объединить с дьяволом. Можно объединить даже, по-моему, слушай, чайника. И вот чайника-то мы с тобой как раз и можем поглядеть. Посмотрим. Не, это как бы это не босс, но это можно, в общем, сделать. Самое интересное. Давай попробуем самого... Блин. Может... А может из нового? Да, типа великан Мрачногор и чайник. Почему бы и нет? Попробуем, сейчас попробуем. Может, дед сидит где-то за бородой? Я не знаю, блин. Где этот дед? Где? Где он? Погодите, что-то неправильно немножко у нас тут. Обучение! Хорошее обучение, ребята, хорошее обучение у нас тут пошло. Дед, короче, прячется за лягушками. Немного не получилось, ребят, в общем, с великаном Мрачногором, но... В принципе, как ты понимаешь, вечеринка... Ля, ты смотри, там на лестнице какая-то это... Жужелица курит. А, конечно, осуждаю, ребят, ни в коем случае не курите, ни в коем случае... А главное, погляди, прям как будто так все и должно быть. Нет, ты посмотри, ты погляди... Ты просто посмотри! Вечеринка у деда на хате, ты погляди! Не, ну ты посмотри, на столике там стоят! Кто-то там сидит. Охренеть! Так. Оп. Дедушка! Э! Дедуль! Зет? А что? Надеюсь, теперь все в порядке! Ох, я ж вскипел! Надо остыть! Погоди! Он аж вскипел, ребята! Да! Охренеть. Слушай, это круто. Это просто офигенно. Так, спокойно. Спокуха. Братишка, аккуратно. Не, ну мы, в принципе... О чем мы с тобой не парируем, а? Ну что это за фигня? Ну-ка, давай парировать. Давай парировать. Так, дед там. Лягуха как-то деда там. Как-то. Ну ладно. Так, пробуем вот эту штучку. Юзать. Отлично. Нормально, дедушка, так сказать, нас обучает. Вспоминается песенка «Вечеринка у Децела», а тут у деда дома. Гуляет весь район. Не, ты погляди, как будто как все и надо. Ну ты просто посмотри. Я просто в шоке. Что будет, если в обучение зайти, кстати? Ну, босс пропадет. Ребят, вот как-то так. Погоди, а если мы сейчас выйдем из этого всего? Thank you. Ну-ка. Тут дед обычно стал. Блин, все, ребята, мы всю вечеринку пропустили. Тьфу ты, блин.
Ну ты погляди, а. Раз это всю вечеринку пропустили. Ну что же, ребята, вечеринка продолжается. На обучение мы с тобой не будем сейчас нажимать. Ой, вот это... Да, мы просто повторим. Сейчас, секунду. На самолете у чайника дома было бы странно. А мы попробуем, конечно. Так, тихо. Блин, ну чё это не сработало-то? Сейчас сработало. Аккуратно. Тихо, погоди, она обратно хотела стать привидением. Чё за баг был? Ладно, короче, нам надо победить этих лягушек. Не, ну это прикол, конечно. Слушай, самое прикольное будет, это, короче... Это, короче, прикинь, дьявола позвать. Дом деда. Прикинь. Или шефа Солонкина. Это вообще прикол, конечно, будет. Я вообще не представляю. Слушай, это топовый ролик. Это просто топовый ролик будет, правда. Ребят. Так, тихо. Вот так вот делаем сразу. Немножечко вот так. Отлично. Кайф. Дедушка, выходите! Так, аккуратненько. Так, опа-опа-опа-опа! Тихо. Найс! Деда прихлопнули! Только не это, ребята! Такой молодой! Блин, это у деда вообще живо... Господи, ну вы что, прикалываетесь, что? Ну, это пипец. Так, ладно, мы активируем, ребят. Да, придется просрать жизнь, ну что делать? Ладно, ничего. Главное, мы с тобой... Змеи. Это, по-моему, фигня. Да, это полная фигня. Просто успевай. Ах, блин. Не очень. Отлично, ребятки. Так. Змей. Блин. Хорош! Все, вечеринка закончена. Уматывайте. Блин, это просто офигенно. Это просто... А куда это записывается? Мне интересно, это на какой уровень записывается? На тот реальчик или... Да уж, ребята, рейтинг пойдет. Я вот там, вот так вам скажу. Так, пробуем дальше мы с тобой. Да ладно! Сработало! Ля у деда картофан вырос. Ты погляди просто, а! Ух, блин! Ну ты гляди! Хорош! Картошечка! Не, только не редис! Давайте у деда не будем все-таки редис. Сразу активируем, ребята. Ля, за место деда, смотри, на место деда. А что, у него ульта такая? Ты зачем съел деда? Ты зачем? А, дедушка жив! Отлично! Ой-ой-ой-ой-ой! Ля, дедушка, смотри, какой лук! Ну-ка, давай-ка его пофигачим. Я редис не хочу просто выращивать, если честно, дедушка. Блин, больновато. Блин, дедушка! Есть, хорош! А морковь где? Дед, морковь что-то...
Морковь что-то, короче, не вы... Глаза от моркови! Ну, да, морковь у нас плохая. Урожай сегодня не задался. Ребят, почему-то. Аккуратненько. Хорош! Еще одного босса грохнули, ты погляди. Так, минута 28. Ну, конечно, ребята, это что-то слишком, по-моему. Тут рейтинг с плюсом. Ну, у меня там получше, у меня там ЭС было. Вот слайм спокойно у деда. Смотри. Дед, блин, ты что тут себе завел, а? Ух, блин. Охренеть, дедушка, берегись! Там хук правый, хук левый делает. Дядя деда, аккуратней. Так, это активируем. Ай! Дедушка! Офигеть! Ты прикинь! Дедуль! Старый чайник, бедный. Ля, дед в слайм ранчер начал играть. Опа! Спокуха! Бам! Дедуль, аккуратно! Дедушка! Блин, это ужас, если честно. Аккуратно. Ты что делает, а? Нафигачит как, а? Смотри-ка. Хорош! Дед просто смотрит, типа, ну пойдет. Я в своей молодости там, ого-го, всех там фигачил. Это ты еще слабонько. Полюбас, вот так вот и было все. Так, мы попробуем цветок сейчас. Дедушка, ты что тут устроил? Ля, ты тут настоящий сад, огород, погоди. Что ты тут вырастил? Ты погляди. Так, дедуль, не надо. Не надо тут вот это вот. А спиннер типа. Уф. Дедуль, как ты там? Спиннер только сейчас ушел. Прикинь, улетел. Но обещал вернуться. Блин, ну ты что творишь-то? Говнюк. Дедушка! Блин. Офигеть. Овощи вырастил, теперь цветок вырастил. Так, давай, наверное, что-нибудь еще. Сейчас что-нибудь поприкольнее хочу. Дедушка, ты что тут забыл? Блин. Да ладно. Смотри. Какого фига? Прикинь. Э, а что я стою-то? Что прыгать-то не могу? Мы как, кстати, ребят, на секундочку, у деда дома, если что. Погляди, там на заднем плане просто вот через сотый можно поглядеть. Мы у него дома. Ты погляди. Нифига у ней дома устроил. Все такое, блин. О, от них можно, оказывается, отталкивать? Я только сейчас понял это. Или погоди, или это... Как-то это багуется тут все, я не понимаю сам. Ой-ой, вот это... Блин. Осторожно.
У меня просто один хп уже. Ой-ой-ой, Пулькин. Тихо. Дедушка, спаси меня! Спаси и защити. Так, тихо. Нам бы, конечно, знаешь, накопить на это хп. Ой-ой-ой, выход, прикинь, на выход сейчас нажать. Ну, кстати, что, получится, мне кажется. Блин, аккуратно, 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 аккуратно. Блин, дедушка иногда немного мешает, если честно. Так, ладно, на хп у нас будет. Спокойно. Ой, ей, хорош! Блин, офигеть, я тут дедушке помогаю. Смотри, и огород, и пчел. Кинг Дайса, если сюда. Боже мой. Мастерство, ребят, ну вы поглядите, а. Хорош. Не, ну это уже, конечно, ненормально, дедуль. Типа, ну, это как-то уже слишком, по-моему, странно. Прям слишком. Как-то, я не знаю, затопило у деда. Ну, блин, офигеть, обучение. Шо, кто там? Аку, охренеть. Охренеть просто. Ля. Кто там? Кто там будет? Я не знаю, кто на заднем плане просто. Ай! Так, активируем. Спокойно. Ау. Не, ну тут, конечно, изи вообще. Изи-катка. Ай! Ну ладно, нет, не изи-катка. Так. Это дед в молодости мне пишут, а? Ха-ха! Это реально там дед! Реально. Обучение. Нифига себе, блин, обучение такое. Да ну нафиг такое обучение, если честно. Хорош, прошли. Блин, да что ж ты будешь делать? Прошли, прошли, дружище. Отлично. Кайф. Хорошо проходит. И главное, все боссы у дома, у деда. Сработало! Прикинь! Ни хрена себе в гостях кто у нас тут. Ты при... Погоди, а он вообще атаковать-то будет, дружище? Дед дьявола поселил. Надеюсь, теперь все в порядке. Ох, что-то я вскипел, надо остыть. Да, конечно, дедушка, все в порядке. Теперь дьявол-то у тебя живет. Дьявол добрый, подружился с дедом. Блин, погоди. В смысле? Дедуля, у тебя там... дедушка, нет! А как я? А как мне вниз? У меня проблемы, ребята. А как мне вниз-то?
Ну-ка попробуем так, я не знаю. Как тут можно... А как тут можно спуститься? Нет! Я даже не знаю, куда мне тут. Ну все. Дьявол куда-то. Спасай деда, в обучение уходи, Габелла. Это что, обучение такое? Погоди, немного. Немного что-то неправильно, по-моему. Ай, там больно. Ребят, какое-то неправильное обучение, если честно. Последний босс. Это обучение, ребята, это обучение. Что вы хотели? Капец, обучение. Пригнуться, ля, кайф. Все, обучение закончено. Ну, типа, пригибаемся перед дьяволом, ребята, и все. Типа, никак ты игру не пройдешь. Блин, какого фига? А что я там-то не могу? Что там мне больно? Блин, я еще и умер. Прикинь, смотри, что написано. You are not a warrior. Ты beginner. Прикинь. Вот это вот интересно. Вот это интересненько, кстати. Погоди, а Гарри не... Смотри! Нифига себе, блин! Ай, дедушка, Гарри не Фарт спит! Молодость вспомнил, ты погляди! Смотри! Дедуль, ну я, конечно, немного в шоке. Нифига себе! Погоди, я так понимаю, это до бесконечности будет. Потому что по факту нам надо вперед куда-то уходить. А вперед мы тут никак не уйдем. Ладно, я понял, бип-бип. Ладно! Слушай, ля, тут кактусы, а ну смотри. Дедуль, ну блин, я тут не смогу, конечно, немного посоревноваться с вами. На выход я погнал на выход. Я ушел, прикинь, с уровня. Ну что же, друзья, на этом пока что все. В общем, напишите обязательно, ребята, что бы вы хотели увидеть. Любого босса можно подселить к другому, посмотреть, что из этого получится. В общем, ваша фантазия в комментариях, ребят. А на этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. Бай-бай, дорогой братишка.